на месте. Хорошо, значит, 3. Отправляем голограмму в клетку тюрьмы. 1, 2, 3. И мы приветствуем Романа, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Да, доверит. Хорошо. Так, и Роман стоит в сканере, я даю команду, значит, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Романа, находит все, любые чипы, датчики, импланты, конвекторы. От них выстраиваются моментально каналы, ведущие в клетку тюрьмы, ответственные за эти чипы, датчики, конвекторы, энергии, притягиваются силы моего намерения в клетку тюрьмы и становятся ее заложниками. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать Романа. 4 канала. Поехали. Снимаются все маски и голограммы. Все в клетке тюрьмы предстают согласно своему эфирному коду ДНК. 1, 2, 3. Спрут у нас в голове и плечах. Жидкостью с какой-то своей, как клей какой-то белый. Хорошо, дальше. Красный дракон, голограмма его. 1 голова, 2, 3? 2 головы. Считай цифры над головой. 841,56. Хорошо, поехали дальше. Кто у нас там из низких? Суккуб. Как я и говорил. И? Бес или демон? Демон. Считай цифру демона над головой. 12. Демон, 12 герцовый. Хорошо. Так, больше никого нет? Нет, 4 канала. Отлично, хорошо. Так, объявляясь к присутствующим, вы обнаружены. Сейчас происходит чистка. Биополя Романа, мы здесь находимся на законных основаниях. Вы здесь нелегально. Вы являетесь интерферентами и сейчас... Мы будем проводить чистку. Это значит, мы вам отдадим все темные энергии, которые вы дали ему. Заберем у вас все светлые энергии по праву. После этого вы вытащите каждый из биополя Романа, все, что вы там оставили. После этого я провожу проверку 2 миллионами герц. Если кто-то что-то ставит или забудет, тот сгорит прямо в клетке. Здесь без разговоров. Если мне кто-то будет мешать работать или меня обманывать, когда я буду задавать вопросы, до того сразу начинается влияние на его чистоте. Я здесь в этой комнате диагностики признаю только правду. Все остальное наказывается. Всем понятно? Если да, вы, понятно. Если вы все пройдете контрольную проверку, все уйдут на свою чистоту. Те, кто не пройдут контрольную проверку, уйдут в галактическое ядро. Все, поехали. И я даю команду тонкой копии Романа спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Роману. Энергию страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилим мощность в 50 раз. Итак, первый вопрос. Спрут, как долго ты находишься в этом биополе? Когда ты зашел? 10 лет. 10 лет. Это очень много. Придется рассинхронизировать. Так, 2-главый красный дракон. На каком основании ты здесь находишься и как долго? А он показывает, что вот он ему как огня подбрасывал. 3 года. 3 года. Она тебе, дракону... Энергию давал какую-то он ему, раздражение. Понятно. Мы к этому еще вернемся. Демон, как долго ты находишься в этом биополе? 2 года. У тебя контракт какой-нибудь есть? Тебя кто-то послал или ты сам пришел? Сам он пришел. Суккуб, ты, я полагаю, привел тебя демон, да? Он говорит, что здесь много работы для него. А, ну тебе, в принципе, много работы везде. Но я тебе первое предупреждение делаю, что ты должен отвечать на мой вопрос. Итак, как долго ты находишься в этом биополе? 1,5. 1,5 года. То есть зашел демон, посмотрел... И пригласил суккуба. Мы эти истории, безусловно, знаем. Хорошо. Как у нас с реверсом дела обстоят? Кому идет больше всего? Больше всего к спруту. Остальные закончили. Да, спрут.
Готов. Хорошо. И устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Роман забирает чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Роман себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Демон, ты тут 2 года сидишь. Уже кто-то пытался искать вас, находить? Или ты не в курсе? Ну, на него почему-то показывает. На кого? На тонкую копию. Он пытался искать, да? А почему он вас не нашел? Благодаря красному дракону? Пожимает плечами. Хорошо, красный дракон, я тебя спрашиваю. Были попытки вытащить вас кем-то другим? На копию показывает. И почему у него не получилось? Копию чистили. А вас-то не нашли? Ложная информация в голограмме. Понятно. Значит, ты своей голограммой полностью всю работу сделал, да? Всех обманул. И все чистили голограмму практически, получается, да? Выводили того, кого нет. Но он показывает сейчас на копию, что он сам выводил. Хорошо. Ну, здесь это можно было, мог каждый сделать, мы бы жили в счастливом мире. Хорошо. Как у нас с реверсом возвращается? От спрута точно больше всех идет, я уже вижу. Ну что, живую энергию жрал? Нет, он космическую энергию. Понятно. А кто живую брал? Все по чакрам били. По чакрам, понятно. Ты знаешь, есть жизненная энергия. Так, и я обращаюсь сейчас к спруту. Спрут, ты сидел 10 лет, ты сейчас первый выходишь, достаешь все, что ты оставил в биополе, отсасываешь до последнего микрона любую жидкость, которую ты там оставил, чтобы я тебя по следам ДНК не нашел. Приступай. И потом вернешься в клетку. У него голова. И плечи, они полностью обложены, как надстроены вот этим клеем белым. Ой, это надо будет выдавливать все. Это все так не выйдет. 10 лет, Вера, ты смеешься? Это, по идее, уже каша в голове, когда сидит 10 лет спрут. Ну, вот это клей, он как каша, но он как на клей похож, такая прозрачная. Угу. Белая с какими-то внутри. Спрут, я тебя спрашиваю, для чего этот клей? Какую он реакцию вызывал в организме Романа? Какое он влияние оказывал? Другую энергию приклеивал. Чужую. Как она отягощала его жизнь? Меня это интересует. Он не мог мысли сконцентрировать, он не мог что-то понять, он не видел что-то, он не мог сконцентрироваться на каких-то проектах. О чем идет речь? Объясни мне. Какое побочное влияние на него оказывал этот клей? Как вампир подсасывал от других энергий. Он был вампиром и подсасывал через себя для спрута энергию? Да, космически. Вау. Как приклеивал эти энергии к себе. Ну, таким у нас только демоны занимаются, высокогерцовые, которые стреляют вот этими барабанами специальными. Но от спрутов я такого, честно говоря, не ожидал. Он забрался. Так, красный дракон, выходи, доставай все платы, все свои подключки и возвращайся в клетку. Ни одного проводка не забывай, я тебе рекомендую. Если я после проверки это найду, то я все установлю на тебя. Но здесь спина, платы у него на спине, руки. И на руках, да? Давай, дракон, рассказывай, как ты к нему пришел 3 года назад, что ты ему пообещал? Какой контракт ты ему подсунул во сне? И в каком образе ты предстал? Учителя. Знаниями он стал интересоваться. Но ты представил духовным учителем, да? С да. Духовного мира, да? То есть ты одел белое одеяние, свет. Не были белые. А какие были? Обычный учитель, который может разъяснить, ответить на его вопросы. Хорошо. И какие вопросы ты ему ответил? Хоть один был твой вопрос отвеченный с твоей стороны честно? Я не думаю, потому что иначе ты бы не смог питаться энергией. Размытые ответы, чтобы дальше затащить его. Чтобы дальше затащить. И интерес, чтобы не пропал.
Понятно. Он пытался общаться наверняка со своими кураторами и учителями. То есть, я полагаю, дракон с тобой общался, да? Дальше меня не заходило. Дальше не заходил. Понятно. Хорошо, благодарю. Так, суккуб, выходишь сейчас. Предупреждаю сразу, если ты попробуешь языком там что-то прикоснуться к чему-то, я тебя сожгу. Поэтому выходи, снимай все свои ленточки быстренько, все, что ты оставил, и возвращайся назад в клетку. Приступай. Шея. Ошейник, да? Чуть громче, Верочка, пожалуйста. Микрофон или отошел. Перетянута шея, бедра, поясница, грудь скована. Угу. Готова, снялся. Хорошо, демон, я выходишь сейчас, снимаю все, что ты оставил в ее биополе. Давай. И расскажи мне, есть ли лярвы на биополе Романа, который ты выращивал? Позвоночник. И еще где? Это поясница. Поясница. На пояснице. То есть поясница у нее должна была болеть конкретно. Хорошо. Понятно. Так, вытаскивай все, что ты там оставил. Ноги по ногам ударом давал. Да. Какой эффект приносил вот этот удар по ногам? Как это на нем отражалось? Объясни мне. Усталость у него. И еще, демон, а на какую энергию ты зашел 3 года назад? Что тебя 2 года назад? Что тебя так понравилось в нем? Назови этот порог. Потерянный был он. Потерянный. Депрессия. То есть, вот. Слабый он был. Он был слабый и не мог побороть депрессию, и депрессия затянулась, и это твоя чистота, я так понимаю? То есть до моих вибраций. Опустился до твоих вибраций, то есть понятно. Ну, 12 Гц тебе, ты можешь зайти все, что выше, все, что ниже тебя. Понятно. Хорошо, демон, я тебе разрешаю снять эти лярвы, забирай все лярвы, которые на теле находятся, после того, как ты снимешь все, что ты оставил. Готово. Хорошо, и возвращайся в клетку. Так, сейчас надо рассинхронизировать всех. И я даю команду, значит, 3. Начинается рассинхронизация Романа с энергиями спрута, красного дракона, суккуба и демона. Значит, 3. 1, 2, 3. Начинается рассинхронизация. Я свои энергии у Романа. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до последней нити. Ну, спрута много. Демон говорит, что я забрал уже все свои энергии. Да я знаю, мне все равно надо было это проверить. За 2 года я еще не видел синхронизированного демона. Хотя видели один раз. Там был, но там другая история была. Это высокогерцовый был. Красный дракон точно синхронизирован со своей голограммой. Там без вопросов. Те уже закончили, то спрут остался, да? Готово. Так, хорошо. Все забрали. Сейчас я подхожу к Роману. Кладу руки на плечи и помогаю Роману произвести мощный шоковый удар для сжигания всех каналов к интерферентам. Значит, 3, 1, 2, 3. Удар. Сжигаются все каналы, превращаются в пепел. Готово. Открывается портал в галактическое ядро, и все каналы улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. И я даю команду, значит, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Романа. Находит любые чипы, датчики, импланты ранее не обнаружены. Остается только энергия Романа. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать. Проводим проверку. Зеленый. Хорошо, благодарю всех, что сдержали свое слово, как и вы, я сдерживаю свое слово. Но перед тем, как я вас отправлю на вашу чистоту, каждый из вас должен понять, что ему запрещен вход с этого момента в биополе Романа. Роман сейчас прочитает манифест, закрепит его своим намерением. С этого момента мы начинаем контролировать это биополе. Его, если он вдруг нам сообщит, что у него плохое самочувствие, через 10 минут я вас всех вытащу. Если мы второй раз встретимся с вами, я вас отправлю всех в галактическое ядро по волеизлиянию этого человека, потому что там будут стоять слова,
Все, кто войдет в мое биополе, будут отправлены в галактическое ядро на переработку в чистейшую первичную энергию. Поэтому я вам рекомендую найти новое место жительства и не пытаться проверить мои слова. Многие этого не пережили. Были попытки, но такова судьба. Всем понятно? Всем понятно. С красного дракона я хочу еще получить слово красного дракона, что он никогда не вернется. Остальные все поняли. Ну, он спрашивает, голограмму забрать можно? Хорошо, я тебе в виде исключения ее отдам. Но после того, как ты дашь мне слово красного дракона, что я никогда больше тебя в этом биополе не увижу. Ну, вот идет информация, не отдавай ему голограмму, там может быть его частицы. Алло, Вера? Слышишь? Сейчас слышу, да, у меня связь пропала, видать, интернет. Что там? Идет информация, что голограмму не надо ему отдавать, там могут быть частицы. Оставить, стоп, отставить команду. И на счет три я даю команду из голограммы. На чистоте Романа начинают выходить все частицы его души. Все частицы, которые принадлежат Роману. Один, два, три, открывается канал, и вся остаточная энергия, принадлежащаяся Роману, любая малейшая наночастица, возвращается в его биополе. Готово. Так, открывается портал в галактическое ядро под голограммой. 1, 2, 3, оно улетает в галактическое ядро. Закрываю, печатаю, растворяем. Готово. Достаю печать дракона. 1, 2, 3, включаю на полную мощность. 1, 2, 3. Дракон получает за обман удар. 150 тысяч герц удар. Хватит. Хватит? Что хватит? Раньше надо было думать. Нет, я не отпущу. Выключаю печать. 1, 2, 3. Хорошо. Демон, ты готов уходить? Я тут еще пообщаюсь. Готов, не буду, да. Не буду вас задерживать. Да, ты все понял. Больше в это тело не ногой. Открывается внизу портал галактический... Стоп. Открывается внизу портал на чистоте демона. 1, 2, 3. Прошу прощения. И демон уходит на свою чистоту, забирает все, что с собой принес. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Он, наверное, инфаркт получил. Хорошо, суку. Не говорит, ты какой. Да я извиняюсь. И открывается против часовой стрелки портал на чистоте суккуба. Внизу 1, 2, 3. И суккуб уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес. Готов. Хорошо, Спрут, ты все понял, да? Я больше не хочу возвращаться к этой теме. Все понятно. Ничего ты не оставил, ты больше не вернешься. Хрюкает он весь в этом клею. Все, отпускаем. И, значит, от... Три. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Спрута. 1, 2, 3. И Спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Значит, у нас один здесь лжец остался, который пытался меня обмануть, да? С голограммой. И который решил проверить, насколько, как далеко я пойду. Хорошо, дракон, продолжим наши разговоры и встречи. Я тебя слушаю. Что это было сейчас? Ты кого хотел обмануть? Он говорит, что отвечал на твои вопросы и никого не обманывал. Понятно. Ты говорил, что мне, что в голограмме частицы остались, а? Романа? Он говорил ровно то, что ты спрашивал. Понятно. Так вот. То есть ты не осознал, что ты сейчас должен мне больше говорить, чем я спрашиваю. Ты должен был мне рассказать о всех своих вещах. Хорошо, дракон. Ты хотел этого, я для тебя это сделал. И дракона уменьшаю в 2 раза. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. Как тебе такой вариант? Верни мой рост. Нет, 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 нет. Ты же говорил только то, что ты, я тебя спрашивал, понимаешь? А это не входило в вопросы, которые я тебя спрашивал. Что значит верни мне? Нет. Давай я тебе сейчас по 500 килограмм на ноги повешу, дракоша, и крылья уменьшу в 2 раза. Я посмотрю, как далеко ты сможешь улететь. Ты хочешь это? Хочешь, я тебе сейчас голограмму вставлю? Сделаю и вставлю голограмму, которая тебя просто мозги сожгет. Как ты сжигал человеку мозги. 3 года ты сидел паразит. И сейчас еще пытался мне здесь обманывать меня, да? Итак, я слушаю.
Если ты меня убедишь, я тебя отправлю не в галактическое ядро. Если нет, то смотри. Он говорит, что любая голограмма соединена с тонкой копией. Мы делали реверс энергии. Это все должно было вернуться назад. Но там остались частички, о которых ты не упомянул. Он говорит, что реверс шел от меня, не от голограммы. Реверс шел от меня, а не от голограммы, да? Хорошо. Ты меня считаешь за глупого? Ну хорошо, тогда будем дальше с тобой разбираться. Дракон, ты хочешь со мной второй раз увидеться? Нет. Тогда я жду от тебя сейчас слово дракона красного по отношению к Роману, что ты никогда больше, даже в мыслях, не подумаешь еще раз войти в его биополе. Если он тебе поверит, я тебя отпускаю. Если нет, тогда уважь. Я получил урок и даю слово красного дракона. В это биополе я не зайду. Хорошо, Роман, вы слышали сейчас слова красного дракона? Вы ему верите, вы разрешаете ему уйти ему на его чистоту? Первый раз. Он меня слышит? Ну, он говорит, пусть идет, и я буду, ну, бдительней. Хорошо. И на счет три возвращаю красному дракону его размеры. 1, 2, 3. Готово. Все, ты свой урок понял, дракон, больше я тебя не увижу. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. 1, 2, 3. И дракон уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Включаем высоковибрационные фиолетовые лучи и вытесняем всю чужеродную энергию 500 тысяч герц за пределы этой комнаты. Остается только твоя энергия, моя и Романа. Готово. Хорошо. Так, мы прошли. Поехали по частотам. Переходим на частоту негативной эгрегор, мешающей жизни, судьбе и здоровью, физическому и энергетическому. Эгрегоры есть. Хорошо. Мы спрашиваем тонкую копию Романа. С какими эгрегорами он согласен расстаться и отключить? Мы можем ему в этом помочь. Пусть посмотрит их. Ну вот он смотрит и говорит, что я даже не думала, что мой интерес может заключиться в эгрегоры. Не только ваш, Роман, к сожалению, 80 или 70% людей имеют эти эгрегоры. Хорошо, переходим на отключение эгрегоров. Тонкая копия приняла решение. Сейчас тонкая копия концентрирует в себе всю свою энергию для мощного высоковибрационного шокового удара и отсечет от себя все негативно воздействующие на его жизнь, здоровье и биополе эгрегоры. Значит, 3, 1, 2, 3. Пошел мощный удар. Готово. Открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И эти эгрегоры улетают в галактическое ядро. Весь мусор уходит, закрывая, печатая, растворяя. Есть. И на счет 3 выходят фантомы лярвы. 1, 2, 3. Готово. И открывается портал в галактическое ядро. Они улетают в галактическое ядро. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Переходим к контрактам. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Роман должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Да, он готов. Хорошо, я говорю вслух, а его тонкая копия пусть повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. 1, 2, 3. Есть контракт. Роман, посмотрите. Какие контракты вы хотите аннулировать? Это важный момент. Вам не надо оставлять мертвые контракты с прошлых жизней и с контракты, непонятно, с драконами и так далее. Они там как раз находятся. Крестоносцем он был. Посвящение было. Все хочет отключить. Отличное, правильное решение. Это в этой жизни они вам не нужны. Пусть повторяет за мной. Внутренней властью моего суверенного я. Я объявляю, что все эти соглашения ноль и аннулировано. Возвращается энергии, если таковые есть. Готово. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Манифест. Пусть повторяет за мной. Я беру ответственность за свою жизнь в свои руки, выражаю это намерение своей души и личности, как в временах и снах. Сила моего намерения, да будет так, а так и есть. Прочитал он?
Да, он хорошо прочитал. Видно, что душа ищет знания, защиту выставляет намерением. Хорошо. И выходит эмоциональный фантом романа 1, 2, 3 и проецирует тебе все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию, все это низковибрационное, им же сгенерированное, проецируется на его эмоциональном фантоме. Ну так руки расставил в стороны и, ну, как отпустил себя, и из него все это вышло, шар намоталось. Он готов это скинуть? Да, он готов. Чуть громче говори, Вера, пожалуйста. Готов. Хорошо. И открывается воронка против часовой стрелки. 1, 2, 3. И открывает, производим сброс всей низковибрационной энергии, эмоций, мысли на счет 3. 1, 2, 3. Пошел сброс. Закрывая, печатая, растворяя. И на счет 3 в биополе романа начинает входить 7 высоковибрационных потоков по 400% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Мощность потоков усиливается. Говорит, что таких чистых потоков я еще не видел. Теперь будете видеть. И не только видеть, а можете сами себя заправлять. Команды повторяйте мои, которые я вам дал сейчас. И все точно так же ощутите на физическом плане. Он это делает, но не ощущал до этого такие чистые энергии. Замечательно. А он не мог это делать, ему дракон перекрывал. Он думал, что он, поэтому, возможно, и не получалось всегда. Сейчас он чистый, сейчас у него всегда получится. Хорошо, Вера, как у нас? Готово. И какая частая вибрация максимально комфортная для биополя Романа сейчас? 25. Поднимаем до 25 Гц. Готово. Запускаем процесс активации, идентификации души на счет 3. 1, 2, 3. Пошел подъем. Что-то увидела? Крылья. Крылья. Хорошо. Чакры у него забиты были все. Конечно. Все вылетело, да? Все пробки. Да. Хорошо. Синхронизируется энергия и вибрации, гармонизируется, распыляется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо. Мы закончили чистку Романа. У нас еще остались 10 вопросов к куратору. В этом случае с ангельского мира. Хорошо. И... я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам куратора и учителя у ангелов. Это друзья, друга Романа в комнату диагностики. Девушка Элла. Элла, мы приветствуем друга Романа, Элла. Очень рада вас видеть. Она радуется, она приветствует всех, кружится. Элла, Элла, меня зовут Влад, это Вера перед вами. Далее стоит ваш подопечный Роман, ваш друг. Мы сегодня производили чистку его биополя по его собственному желанию, вытащили из него всех интерферентов. В процессе работы идентификации души мы обнаружили его крылья и сразу поняли, кто к нам сегодня придет. Мы очень рады еще одному освобождению ангела. Она приветствует всех. Я очень рада новому освобождению. И ученика, она говорит, это ангел-ученик. Это ангел-ученик, да? Да. Замечательно. Элла, Роман попросил задать вам несколько своих вопросов. Будете ли вы так любезны ответить на них? Она говорит, как у любого ученика, конечно же, у него много вопросов.
Я здесь, чтобы ответить на них. Хорошо, да, он тут прилично написал. Хорошо, начнем, поехали. Первый вопрос. Какие у меня кармические узлы и задачи на эту жизнь? Она смеется. Дальше будете еще больше смеяться. Там еще есть вопрос. Верочка, микрофон поставь, чтобы не, не выдышала. Она говорит, как же ты их пройдешь, если я тебе скажу, какие у тебя кармические узлы. Элла, давайте измерим, сколько кармических узлов у него в этой жизни и сколько ему осталось пройти? У него 7. Он прошел 4. Замечательно. Значит, он рассчитает, сколько ему еще осталось пройти кармических узлов, а какие из них он сам поймет в процессе своего дальнейшего развития. Если вы все добавили, я перехожу ко второму вопросу. Она говорит, что я хочу добавить, пожалуйста, чтобы он понимал, что кармические узлы – это не наказание, но скорее экзамен и выбор. Я это называю перекрестком, когда у человека стоит… На основании которого ты взрослеешь и получаешь новый опыт. Да, да, безусловно. Все думают, что кармические узлы всегда отрицательные, с потерей чего-то. Это неправильно. Кармические узлы приносят осмысление, взросление души. Элла, это наше смысл нашего пребывания вообще на Земле, эти кармические узлы. Именно сами мы их себе возложили для того, чтобы развиться. И когда люди воспринимают это как наказание, тогда они практически ставят под сомнение свое собственное развитие. Это не наказание, это шанс, это опыт. Причем такой важный, который можно получить только на Земле. Можно и так сказать. Я, Элла, не буду углубляться. Не стоит, да, это не такой важный вопрос. Второй вопрос. Как мой куратор выглядит внешне? Пожалуйста, прошу вас, Элла. Она очень легкая, воздушная, в таком платье длинном, со шлейфом, таким каким-то зеленоватым, что ли, как лесная фея какая-то. Хорошо, мы этот образ передали. Крылья белые. Белые крылья, замечательно. Она говорит, что ты можешь представлять себе любой образ, но я сейчас в очень легком... В очень легких энергиях, не давящих, чтобы ты мог расслабиться. Благодарю вас. Если вы закончили, она говорит, что любой ученик напрягается при виде учителя. Ну да, это верно, действительно. И смеется, и говорит, что поэтому я в легких энергиях, чтобы ты мог расслабиться и быть самим собой. Благодарю вас, что вы описали, как вы выглядите. Третий вопрос, если вы позволите. Продолжайте. Относится ли мой куратор к моей земной родне? Родне? Если да, то кем из родственников он является? Являетесь вы, Элла, родственницей Романа? Я не являюсь, но в родне есть свои учителя, душ, которые приходят и становятся рядом. А существует кто-то сейчас, живущий на Земле, в окружении Романа из этих учителей, которые он имел в виду? Так, глупый вопрос. Все друг друга учителя и ученики. Согласен. Все друг с другом встречаются. Нет пустых встреч. Нет пустых встреч. Очень важное замечание. Благодарю вас, Элла. Что-то еще хотите добавить? Или немного хотела бы добавить про душу. Пожалуйста. Романа. Она смеется. Почему? Она говорит, что он всегда путается. И это нормально, потому что он учится. И он, у него очень серьезные намерения в обучении. Мне очень нравится, что он всегда в поиске. Внимательно слушает и учится. Замечательно. Вы позволите дальше переходить к следующему вопросу? Да, пожалуйста. Четвертый вопрос. Сколько лет моей душе? Относительно молодая душа.
Назовите ему цифру. У нас на Земле очень любят цифры. Я понимаю, что в духовном мире это совсем другие вещи. Я могу сказать уровень высшего я. Давайте, назовите уровень высшего я и ангельский уровень. У него 4-й ангельский уровень и 9-й высшего я. Замечательно. Это уже о чем-то говорит. В детали вы не хотите вдаваться сейчас, я так понял, да? Это и есть детали. Отлично, хорошо. 5-й вопрос. Какая у меня имеется наиболее важная задача, которую нужно решить в первую очередь? В первую очередь это твое здоровье. В первую очередь тебе нужно защитить тебя и твое здоровье, а потом уже решать какие-то задачи. Это не связано была проблема с этим спрутом, который там 10 лет сидел, и такую кашу у него в голове? Все взаимосвязано. Все взаимосвязано. Хорошо, ему надо, другими словами, восстановиться сначала полностью после этой чистки и после этого уже, наверное, другими глазами посмотреть на все, правильно? Не только восстановиться, но и защититься. И защититься. А потом уже решать задачи. Хорошо. Конечно. Здесь добавить больше нечего, на мой взгляд. 6-й вопрос. Какие у меня фатальные ошибки, которые я совершаю в течение жизни? Я только могу добавить к вышесказанному. Фатальные ошибки – это те, которые повторяются и не выносится опыт. Если ты видишь, что происходит одно и то же, и ты делаешь одни и те же ошибки, ты должен менять свои реакции, а не ждать следующего удара. Благодарю вас за это разъяснение. Очень четко и все понятно. Подходит на 99% населения всей Земли. У всех людей такая есть проблема. И вы очень хорошо и правильно описали, что повторение ошибки является именно тем фатализмом, который, когда человек не делает выводы из ситуации, не берет этот опыт и повторяет их, тем самым он не развивается и, соответственно, страдает. Благодарю вас. Развивается, но по кругу. Это можно назвать развитием, хотя это движение по кругу. 7-й вопрос. Если вы закончили, уважаемая Элла. Продолжай. Какие у меня ключевые недостатки, которые я должен изживать в себе в первую очередь? Навязчивость. Благодарю вас. Но она оправдана. Ты молодая душа. И как и любой ребенок, задаешь много вопросов. Научись анализировать ответы. Ответы приходят отовсюду. Научись слышать их. Скажу по-другому. Иногда ты задаешь вопросы, но не слышишь ответы. А действуешь по инерции задать вопрос. Научись остановиться и услышать, увидеть, познать. Как я уже сказала, ответы вокруг тебя. Не спеши повторять вопрос, пока ты не проанализировал твои чувства и то, что приходит тебе как ответ. Благодарю вас. Вы закончили? Да. Есть 8-й вопрос. Есть ли способ вернуть утерянное обоняние? Что предпочтительно мне для этого предпринять? Морская вода. Вера, чуть громче. Морская вода. Морская вода. Все понятно. Благодарю вас. Полоскание морской водой. Полоскание морской водой. Хорошо. Так, сколько процентов негативной энергии я набрала в течение своей жизни на данный момент? 23%. 23%, благодарю вас. Я сам выбрал условия для своего воплощения или это была вынужденная необходимость? Если вынуждена, то по каким причинам? Все было согласовано с тобой. Без согласия твоей души ничего не происходит. Ты сам выбрал то, чему ты должен научиться, и какой опыт ты должен получить. Благодарю вас. То есть все добровольно. Мы правильно все поняли. Согласовано. Согласовано.
Есть ли у меня способности, которые для меня очень важны, и я развивал их в себе из воплощения в воплощение? Если да, то какие это способности? Учиться. Ты хороший ученик. Я бы сказала отличник. Но у тебя немного воплощений на земле было. Скажите, Элла, а имеет уровень высшего я вообще отношение к количеству жизней, прожитых на земле? Потому что я где-то слышал какую-то информацию, кто-то говорил, что это число приравнивается приблизительно к количеству жизней, прожитой душой на земле. То есть чем выше уровень высшего я, соответственно, выше его количество раз пребывания в воплощениях на Земле. Я не знаю, это правда или нет. Я хотел не вас... ставьте Землю выше других планет. То, что вы на ней живете, это не значит, что вы единственные. И опыт души на Земле важнее всех остальных. Высшая я никак не прикована к Земле. Замечательно. Все, у меня в этом отношении больше никаких вопросов нет. Хорошо, я перехожу к последнему вопросу. В какой, по мнению куратора, профессиональной области я могу добиться наилучших и наивысших результатов? В любой интересующей тебя. Благодарю вас. Если это был ответ, осталось слова благодарности. Благодарю. Я немного поясню. Будьте любезны, там, пожалуйста. Где есть интерес и нет разочарований, ты можешь пойти до конца. Все остальное даст тебе небольшой опыт, с помощью которого ты будешь сравнивать и искать свой путь. Слушай свое сердце. Любой опыт важен. Благодарю, Элла. Роман тут дописал в конце, в самом. Благодарю моего куратора за светлую помощь, за то, что смог достучаться до моего сознания и направить в сторону света, за то, что не оставляешь одного в беде и направляешь мне очень хороших людей, не даешь терять надежду и помогаешь найти выход из сложившихся обстоятельств. Это его слова благодарности к вам, Элла. Ну, тут такие вибрации идут. Элла, сейчас самый лучший момент, если вы хотели что-то добавить или обменяться энергиями с Романом, то это лучше всего сейчас сделать. Не обменялись уже энергиями, и она... Сейчас, секунда. Выключи все эмоции. 1, 2, 3. Она говорит, что внутри тебя... дух или стержень, и благодаря ему ты развиваешься, учишься и, соответственно, людей притягиваешь. Это не только моя заслуга, но и ты сам не теряешь вкус развития и интерес. Именно поэтому мы сейчас здесь. Замечательно, Элла. Еще одна такая просьба. Давайте поговорим насчет, два слова ему добавьте, дайте ему совет насчет защиты. У ангелов специальная защита. Объясните ему, пожалуйста, как ее выставлять, как им ей пользоваться. Этот стержень, он светлый. Раздувай его до размеров. Биоробота. Минимум. Биоробота. А еще лучше 3-2 метра. Это будет зависеть от тебя. От силы, конечно, да. Вот это поле, вот это и является защитой Романа. Он только должен регулярно это себе визуализировать, вкладывать всю свою энергию, вот, слегка расслабившись. И как чистить зубы 2 раза в день, и все будет отлично. Поправьте Эллу, если я не прав. Я просто хочу добавить, что это... Ты правильно сказал все, но сюда еще нужно вкладывать чистое намерение. Конечно.
Это самое важное. Это мотор этого всего. Именно намерение. Это и есть твой стержень. Это и есть чистое намерение. Стержень. С таким стержнем он может любого дракона побороть. Хорошо. Я почему спросил? Потому что там были интерференты, зашедшие, конечно, обманом, как этот дракон, который там сидел в нем 3 года. Он такие голограммы ему выставлял. Он обращался к Творцу, а дракон ему давал ответы. И вот эти вот все проблемы он может теперь решить именно вот этим светом. Поэтому свету не может ни один дракон противостоять. И все. Он должен это знать. Если мы закончили с вопросами сейчас, или вы хотели что-то добавить в конце? Я хочу добавить по поводу дракона. Ему не нужен свет снаружи, когда он у него есть внутри. Благодарю вас. Хорошо. Элла, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. У нас здесь уже были сотни кураторов, учителей из всех миров. И ангельских, и других миров. И каждый от нас получает подарок, который он себе может пожелать. Если у вас есть какое-то желание, мы можем ее вам материализовать. Если вы хотите какую-то мыслеформу или какие-то чистые продукты, или что-то у вас есть, воспоминания о Земле, мы это все можем вам сейчас материализировать с желанием, чтобы вы это забрали с собой на долгие хорошие воспоминания о нашей встрече. Есть ли у вас такое желание? Как приятно. Арбуз. Арбуз. Верочка, у нас разве его нет в корзине? Есть. Отлично. Хорошо. Мы тогда от себя делаем наш традиционный, заметьте, Элла, традиционный подарок, которому все рады. И на счет 3, Верочка, огромная корзина в 2 раза больше появляется для Эллы. С самыми вкусными чистыми ягодами на земле. Она его берет с собой, поделится с друзьями своими. Праздник освобождения ангела. Это шикарно. Замечательно. Нам очень приятно, что мы доставили и вам приятные моменты. Я делюсь с вами своей ангельской энергией. Благодарю. Принимаем вашу ангельскую энергию. С чистых небес. С чистых небес, да. Благодарю вас. Мы прощаемся я с вами. Я остаюсь с Романом. На связи. Он обязательно выйдет с вами на связь. Он теперь знает ваше имя, как вы выглядите. Я не думаю, там какие-то будут проблемы. А дальше вы сможете уже напрямую своего ученика дальше учить. Благодарю вас, Элла, за эту очень интересную беседу, которую мы сегодня с вами провели. Желаю вам всего наилучшего. До скорых встреч. Прощайте. И рассинхронизируйся, Верочка. Она ушла. Хорошо. Мы закончили. Будем возвращать Романа назад в биоробот. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Романа в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Да, я на месте. Do you feel?